Стоя у открытой рампы транспортника Ан-12, словно у открытого балкона, чувствуешь себя зрителем, которому досталось место в первом ряду, и перед которым выступает лучший в своем жанре актер, и которому нет равных не то, что в России, на Земле. Нет сомнений, что сразу после эфира этот видеоряд будут покадрово рассматривать конструкторы крупнейших мировых авиакорпораций. То, что вы видите сейчас, это проход на предельно малой высоте. То есть сейчас наш самолет, наш Ан-12 идет на высоте 400 метров. Два Т-50 идут с принижением 50. То есть у них высота над поверхностью земли метров 300. И сейчас вы увидите, как они буквально поднырнут под нас. Смотрим. Вот они подходят все ближе и ближе. Истребители уходят под брюхо нашего Ан-12, чтобы сделать разворот и вновь занять позицию у рампы. Но это еще не все. Это, знаете, как штангист каждый раз с подходом берет все более, все больше и больше вес. То же самое сейчас делают и пилоты Т-50. Мы опустились еще ниже. Теперь мы летим на высоте 300 метров, на 100 метров ниже. И теперь они попробуют снова пройти под нами. Так боевые самолеты еще раз совершают этот сложный маневр, оставляя Ан позади. И поверьте, наши летчики на Су-57 могли бы пройти еще ниже. Чуть позже они это сделают, но не сейчас. Ведь когда у тебя над головой тяжелый транспортник, который у Земли время от времени подбрасывают восходящие потоки, это очень опасно подныривать под него. Поэтому истребители уходят в сторону, продолжают снижаться. Ну и вот она, взлетно-посадочная полоса. Кажется, машины вот-вот будут приземляться, но нет.